Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео хочу показать, как сохранять видео в хорошем качестве в программе Premiere Pro. Перед этой программой я пользовался программой также для редактирования видео Sony Vegas Pro, но там был один момент, который я никак не мог решить, и на форумах читал также, многие с этим сталкивались и сталкиваются. Это когда рендеришь видео, сохраняешь его, цвета белые, черные, в пересвете. Короче, картинка получается сильно контрастной. Как бы ты ее ни сохранял, ни менял там все, я просто не знаю, меня это просто убивало. Исходная картинка и картинка на выводе имели сильно большое отличие. И вот был настал момент, когда мне пришлось сохранять видео в этой программе. Я также смотрел ролики в YouTube. И, конечно, каждый сохраняет по-разному. Но самый хороший вариант я сейчас вам покажу в этом видео, который не портит картинку и не занимает много места. Итак, поехали. Нажимаем «Файл», выбираем «Настройки проекта», «Общее». Здесь мы видим средства рендеринга, аппаратное ускорение, CUDA. Это именно видеокарта вам помогает в этом. Но если у вас видеокарта слабая или у вас один пункт, только программное ускорение, можете выбрать его. Но на CUDA у вас видео будет сохраняться намного быстрее, чем на простом программном ускорителе. Так, жмем ОК, нажимаем «Файл», затем «Экспорт». Медиа-контент. Здесь мы видим, что у меня свадебный фильм. Он занимает 1:48:53. Предварительный размер этого файла 15 гигабайт. Формат, в котором сохранять видео в этой программе, я всем советую H264. Это оптимальный вариант. Здесь, конечно, можно и любой выбрать, но это такой вот оптимальный вариант, который будет у вас 100% грузиться на разных проигрывателях, телевизорах и тому подобное. Еще шаблоны настроек есть. Можно выбрать пользовательский именно видео. С какими настройками, с такими вы будете его сохранять. Можно, конечно, выбрать для себя размер файла и для YouTube и тому подобное. Я обычно ставлю пользовательский. Здесь мы видим имя файла выходного. Здесь вы можете задать любое название. Я, например, напишу «Свадебный фильм». И будем выбирать, куда сохраним. Допустим, рабочий стол. Нажимаем «Сохранить». Дальше. Мы смотрим сводку. Здесь вывод. Именно видео, которое будет на выходе, с какими настройками. И источник. Это источник видео, которое будет до рендеринга. И вот видим здесь видео, вкладку. Это вот здесь основной ширина. Здесь можете указать любую свою. Дальше выбираем частоту кадров. У меня 25. Пользовательские настройки. Вы можете свои выставить, какие надо. Затем здесь квадратные пиксели. 1.0 здесь выбираем PAL, должен постоянно быть. Вот даже вот пишется, что для Европы и Азии PAL, так сказать, информативная подсказка. Здесь выбираем профиль высокий, здесь уровень 4.2. Здесь обязательно ставим галочку рендеринг при максимальной глубине. Настройки битрейта, основа CBR, я это раньше выбирал, сейчас всем советую VBR 2 прохода. Здесь максимальный битрейт ставим постоянно на максимум. Он влияет на картинку, но на размер файла он никак не влияет. А вот основной вот этот вот ползунок целевой. Для больших видео я обычно ставлю где-то на десятку, 10-12. А для коротких видео, для клипа, для YouTube я обычно 20-ку выбираю. И видео сохраняется в хорошем качестве, с нормальным размером и тому подобное, так сказать. Ну, конечно, вы сами смотрите по предварительному размеру файла, что вас больше устроит. Вот. Также не забываем поставить галочку «Наилучшее качество визуализации». Тоже галочка обязательно. Здесь вот мы видим, у меня полный фильм, 1:48, вот этот ползунок берете влево, перетаскиваете и делаем, допустим, хочу вот эту часть маленькую сохранить, вот давайте вот так,
минута 47. Можно любой размер из видео вот так выбрать, так сказать, проверить и тому подобное сохранить. Вот мы выбрали этот момент. Это видео вы сможете посмотреть у меня на канале, как оно вообще сохранилось с такими настройками. Видео будет в описании. Вот, я ползунок двигаю, и размер меняется моего видео. Вот, так что нажимаем экспорт и ждем сохранения видео. Ну, конечно, видео будет сохраняться, смотря куда вы сохраняете, какой у вас компьютер и тому подобное. Чем больше у вас будет стоять целевой битрейт, конечно, чем больше будет у вас видео в предварительном размере, тем дольше оно будет сохраняться. Ну, то бишь и качество будет намного лучше. Так что уже вы тут чисто смотрите под себя. Вот. Ну, видео, я еще раз повторюсь, можете посмотреть у меня на канале, в описании будет вот это вот, именно с такими настройками, как оно будет сохраняться в YouTube. Конечно, YouTube портит качество картинки, когда загружаешь в интернет. Ну, это вот самые оптимальные для меня настройки. Всем советую такие делать настройки. Так что, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ждите новые видосы. В комментариях можете писать, что именно хотите еще увидеть. Все, всем пока!